Вот зашел в свою кондитерскую, выбрал торт. Вот здесь разные торты, ребята, вот. Вот. Они очень дешевенькие. Здесь я взял вот за 180. Вот этот торт. Вот уже мне делает. Сестренка, гузель мы погнем. Вот, ага. 180, а? 180 лир я с карточкой рассчитаюсь. Вот они, пожалуйста, 140 вот такие. Здесь очень дешево. Вот баклава 140, 140, 120 баклава. Вот с орехами 120. Вот такие 120. Вот с орехами крученые 120. Вот, пожалуйста, у них очень дорого. Бюреки всякие, вот они. 100 лир килограмм. Очень дешевый, рекомендую, ребята. Вот, если в Ветлике будете, придете, вот так вот. Везде кафетерии, они здесь, это сам, вот такие. По 300 лир, это дороговатые. Фистикли, вот это фисташками, 200 лир. Вот это со сметаной, каймаклы, 200 лир. Вот такие 200 лир, торты по 180. Я полагаю, пора с них вермен. Ну вот такие дела, сейчас рассчитаю, заберу.